Привет всем, это канал Сиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за Дортмундскую Боруссию. И сегодня у нас матч с Байером 0-4. И этот матч скажет нам, догоним ли мы их по очкам или нет. Но все-таки нам нужно побеждать. Как прочитал я в СМИ, то что не в оптимальном составе сейчас находится Байер, и мы должны их побеждать. Сегодня у нас вместо Блащиковского играет Хоффман, поэтому нужно как-то остерегаться правого фланга. Нужно более играть через левый и не давать атаковать все-таки через Хоффмана. Ну что ж, поехали. Поехали в матч. Так, давайте мы посмотрим. При какой погоде мы будем играть? Вроде бы дождя нету. И все. Прям на нашу руку мы должны выиграть. И даже ошибки игроков Байера говорят о том, что мы можем добиться нужного результата. Левандовский, удар! Гол был! На третьей минуте, посмотрите, стаканчик, просто потрясающий стаканчик забивает Левандовский. Как тут он прошел, а? Ну посмотрите, на исполнение, в ближний угол, стаканчик и гол. Ну был гол, давайте еще раз посмотрим. Удар и отскок, да, был гол. Отскок был за линию отскочил мяч. Ну тут не видно, конечно, повтор ужасный. Ужасный повтор сейчас был. Бендер, брат нашего Бендера, который играет и сидит на скамейке и говорит, что хочет, чтобы мы его продали в ближайшее трансферное окно. Но мы посмотрим, мы будем улучшать команду все-таки в это трансферное окно. Нам нужно все-таки как-то побеждать в Лиге Чемпионов. Не побеждать, хотя бы выходить. Я для себя ставлю это 1/4. Хотя бы в 1/4 пойти, а там уже посмотрим. Удар! Не очень хороший был сейчас удар. Сон. Кислинг. Медленный, но играет головой очень хорошо этот игрок. Судья зафиксировал нарушение поля. И я считаю, все-таки там не было никакого нарушения. Левандовский, Абумьянг. Что же будет делать Абумьянг? Сам пойдет? Да, он сам пошел, на фланг ушел. Но Ройс, догоняй уже быстрее. Помогай же. Абумьянгу фол был. Нарушение. Кислинг догнал Абумьянга. Подача. Опасно. Так, кто же тут? Хитарян. Скидка Пищику. Пищик пробил. Защитник подставился под этот мяч. Хорошо. Гёндоган ошибается в пасе. Бендер. Сэм. Кореец, который... Кислинг. Не дать ему подать. Аккуратно. Хоффман. Посмотрите, Хоффман не может найти свою игру. Не занимает ту позицию, которую надо. И игроки, напарники по команде, напарники, ошибаются в передачах в сторону него. Бендер. Гёндоган. Опасным Хитаряном. Хитарян тут не успевает к этому мячу. Ройс хорош в подкате. Перехватываем, но мяч уходит в аут. Судья мешается. Что же ты тут стал-то, блин? Красное пятно на поле. Сэм. Подача на Кислинга. Хорошо, Хумельс. Хитарянушка. Давай. Левандовский, Абумьянг. Ну, Абумьянг, нахрена ты остановился? Что у тебя в... Скипидара нету, что ли? А то как-то не очень сейчас. Ты сыграл. Хорошо, длинноногий наш. Многочлен. Давай, Ройс. Сэм. В подкате. Ролфис. Подача. Опасно! Как хорошо сейчас Вандерфеллер играет. Контролировал все ворота просто. Ну что? Значит... Ах ты, ё-моё.
Желтая карточка. Ну мне, блин, вообще эта желтая карточка по барабану. Блин. Там один на один Абумьянг выходил. Шмельцер. Гюндоган. Хоффман. А нет, Пищик. Хоффман уже убежал в атаку. Подача вперед. Хумельс. Пока все отлично. Уйдем в защиту. Пора уже, пора. 28-я минута уже матча. Мы ведем пока в счете. Снова отбирает у Абумьянга мяч. Абумьян как-то не вошел в эту игру. Что ты сейчас делал? Ну, ё-моё. Лено. Кидывает, выпинывает, выбивает мяч просто на чужую половину поля. То есть на нашу. Ой-ой, опасно. Кислинг. Хороший подкат опять. Гюндоган на Ройса. Ройс догонит? Конечно догонит. Это же Ройс. Ну-ка, давайте Ройсу дадим пробить. Ройс, пробей. Ройс, удар. И угловой удар будет сейчас. Подача. С угла поля. Ройс. Кто? Ой-ой-ой. Мхитарян. На исполнение! Вот это почулечка! Просто конфеточка! На 35-й минуте мы 2-0 уже ведем. Уже 2-0! Вот это почулечка! Посмотрите, какая разыгровочка. Гюндоган отдает. Сначала Мхитарян скидывает мяч на Гюндогана. Потом Гюндоган скидывает на Мхитаряна. Мхитарян на исполнение обводят двух защитников. Потрясающие от перекладины. 35-й минут для нас пошла в плюс. Ну что ж, Байер будет делать сейчас. Мы уже нанесли 7 ударов по воротам. 7. Сэм. Хорошо, Ройс. Левандовский. Хорошо. Левандовский. Уйди, уйди от соперника. Левандовский. Хорош, пробить. Удар Лено тащит. Вытащил Лено. Подача. Ой-ой. Проигрываем борьбу. Хорошо. Ройс. Ройс, твоя пушечка. 3-0. 3-0. Вот это да. Кто же ожидал от второго места, что он так сольет нам в первый тайм? Мы еще не знаем о втором тайме, но первый тайм просто Байер сливает. 40-я минута уже 3-0. Бендер. Кислинг. Гюндоган фалил, да, сейчас фалил Гюндоган. Мы проведем две замены в перерыве. И попробуем других игроков все-таки. Хорошо. Ой-ой-ой, ошибочка. Сэм. Кореец, да? Кто там, Хоффман? Да, Хоффман. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Заброс, заброс. Давай, 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 Левандовский. Пробить! Лено тащит. Ух ты! Мы еще сварили. Хорошо. Левандовский. Опять ошибки такие. Глупые, глупые ошибки. Шмельцер. Шмельцера просто снесли. Ну, судья. Что это? Сейчас желтую карточку еще нашему покажет. Да, Левандовский желтую карточку, а показывает Бендера. Что за ерунда? Давайте, Ройс. Подача Ройса. Ну тут никого нету. Ну что ж, все убегают. Пас вперед, Сон. Вот кореец. Что я говорю? Сэм-то не кореец, Сон кореец. Вандерфюллер! Тащим! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Сэм забил нам. На 45-й минуте. Это, конечно, печаль, но ничего страшного. Ничего страшного. Все будет хорошо. Левандовский, Абумьянг. Финт Зидана показывает нам, что он умеет финтить, показывает свой класс. Что ж, первый тайм закончен. Мы выигрываем 3-1. 3-1. Кто так подумал бы, что вот этот гол мы забьем. Это просто гол мне понравился. Винс! Потрясающе.
Что ж, поехали. Абумиянг, Хоффман, Хитариан, Гёндоган на Ройса. Ройс. Что же будет делать Ройс? Он пытается держать мяч у себя. Ройс отыгрывается своим другом по команде. И такую ошибку сейчас делает на ровном месте. Держим Бендера. Шмельцер. Шмельцер. Шмельцер ошибается. Но тут хорошо Шмельцер опять сыграл. Заброс на Левандовского. Защитник играет хорошо. Выбивают вперед. Хитарян. Хитарян. Абумиян сейчас. Абумиян с мячом. Хитарянушке. Хитарянушка ошибается. Ройс. Абумиян. Заброс на Ройса. Отдает передачу на Мхитаряна. Мхитаряна исполнение снова. Ройс. Удар. Лена. Вроде так хорошо, да, развивалось так и сейчас. Мне понравилось. Ну, судья, там запнулся игрок. Почему не свистишь? Вандерфеллер спокойно. Сегодня не так много у Вандерфеллера игры. А мы забыли провести замены. Вот что я забыл сделать. Давайте мы сейчас посмотрим, кого бы заменить. Давайте Левандовского заменим, чтобы красный он не получил. Заменим мы на Шибера. И заменим еще... Выпустим все-таки Шахина вместо Гёндогана. Не очень заметен Гёндоган сейчас на поле. Поэтому выйдет у нас Шахин. Хоффман. Левандовский. Заброс на Левандовского. Левандовский пробить. Удар какой дальний. Последний удар Левандовского, напомним, был в этом матче. Но он был очень опасный. Хитарян. Навес Хитаряна. Вот это было опасно. Скидочка в штрафную. Вратарскую, точнее, даже уже. Кислинг. Кислинг на финтах ушел. Нет. Пищик. Пищик ошибся. Пищик ошибся. Сон. Опять сон. Опасно. Опасно. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Что ж такое-то? Что ж такое-то? Удар. Хорошо, Вандерфеллер. Не уснул. Не уснул Вандерфеллер все-таки на воротах. Ой-ой-ой, перекинул. Перекинул Шибера. Абумиянг. Давай перевод на другой фланг. Ну, не так же. Совершенно не точно. Совершенно не точный перевод на Ройса. Хильберт. Хильберт снова с мячом на фланге. Будет... Пасуля по флангу. Хорошо, Шмельцер. Твоя игра. Хорошо. Опять Хильберт. Опасно. Забросик. Ну, тут Вандерфеллер касается. И вперед. На Шибера. А Шибер-то вышел и косячит на ровном месте. Сон. Сон. Смещение Вандерфеллера. Молодец. Пищик. На Шибера. Ну, Шибер, посмотрите, не вошел в игру совершенно. Ну и на него, кстати, сейчас был не очень удобный пас, так что давайте мы сейчас его не будем винить. Кислинг. Субой. Фол был? Какой фол? Ну что ж ты? Какой фол? Ну... Судья. Это опасно, да-да-да. Пищик. Шибер. А, не, Хоффман это. Хоффман, да беги, что ж ты встал-то на ровном месте-то стоит и ничего не делает совершенно. Совершенно ничего не сделал сейчас. Заброс. Хильберт. Хорошо, Субботич. И мяч-то еще не ушел. Опасно. Опасный навес. Абумиянг. А, это был не Абумиянг, это был Мхитарян. Что-то я совершенно уже в тонах кожи не разбираюсь. Хильберт. Пас на фланг. Кислинг на фланге. Финт. Круз. Хорошо. Хорошо. Ши. Давай. Давай, Шмельцер. Шахин. Молодец. Шмельцер по флангу пошел.
По флангу сам пошел, прокинул на ход, его перекрыли. Отдаст пас на вратаря. Лено выбивает, не точно. Выигрывает борьбу наш игрок, но теряем и мяч опять же. Хорошо, Шмельцер. Шибер снова потеряли мяч. Чуть не спалили. Хорошо, Мхитарян. Пропусти, хорошо, Мхитарян. Ну, совершенно неточный пас. Кастро. Кислинг. Кислинг, стой. Опасно, опасно, Вандерфеллер. Молодец, братиш. Хоффман. Вроде бы приигрался Хоффман уже. Но помните, да, вот тот момент, когда он должен был забегать, но не забежал. Мог себе заработать очко в этом матче. Но он этого не сделал. Хорошо. Вмьянг. Шибер. Вот Шибер, который вышел у нас на 60-х минутах, совершенно ничего не делает. Заброс. Субботич. Вот матч уже подходит к своему завершению. Шибер, заброс на Абумиянга. Абумиянг. Ну что ж будет делать Абумиянг? Развернется. Отдаст пасулю. И Ройс. 4-1. Разобрались штрафной. Просто потрясающе. На 90-й минуте Абумиянг забивает. Ой, Абумиянг. Ройс забивает. Абумиянг дает голевую передачку. Потрясающая игра. Потрясающая игра Боруссии в этом матче. Просто. Бендер. Кастро. Все. Победа. Победа, победа, победа. Победа 4-1. И мы очень рады этому. Мы догоняем Байер. Давайте посмотрим. Может даже и перегоняем его. По личным-то встречам. Давайте мы его проверим, посмотрим. А следующий матч-то у нас самый важный с Наполи. С Наполи. Давайте мы смотрим турнирную таблицу чемпионата Германии. И да, мы обгоняем Байер. Выходим на второе место и отстаем на 7 очков от Баварии. На 7 очков. Это 3 матча нужно Баварии слить, чтобы мы его догнали. 3 матча. Это будет очень трудно. Забитых мячей у нас больше, чем у Байера, но и пропущенных на 2 больше. У нас одинаковая разница мячей. Главное теперь у нас нам не терять очки. Ну что ж, увидимся с вами в следующей серии. А в следующей серии мы узнаем, выйдем мы в 1/8 Лиги Чемпионов или все-таки потеряем возможность, совершенно возможность. Если проиграем, то мы вообще все потеряем, даже в Лигу Европы не попадем. Ну а так бы хотелось хотя бы в Лигу Европы попасть. Ну что ж, всем пока, не забывайте про комментарии и лайки.